Так в том-то и дело, что скидываешь в кейсе там, особенно с авиком засел. Ну тоже там можно даже забиндить тот же разворот. У меня получается на 400 dpi, чтобы повернуться на... Ладно, короче, полетели, наверное. Я уже никуда не успеваю. Короче, чтобы повернуться вот так вот назад, мне весь коврик надо на 400. А сейчас я полностью на 360 делаю оборот. Мне, в принципе, нравится. Зато когда лечу, успеваю посмотреть, где сколько людей. Это же было оружие. Ой, прикольный. Прикольный смайл. Все равно поздравляю. А чего они не одобрили? Ну, они, наверное, ж ничего не пишут, да? Странно. Мне нравится смайл. Майни скоро будут. Вот это жир. Ничего себе. Так вы наглый. Бежит, главное. Самый дешевый не одобрили, который вместо привет был. Больше всего сделать. Сегодня с дропом чудеса какие-то. Третий шлем. Часто мне попадался. Когда сам играешь, он вообще часто попадается. А когда играешь в тиме, то всегда кто-то быстрее тебя не находит. Господи, опять я испугался от этой подписки. Я уже отвык. Кто там у нас шалит? ПСМ Физик, спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Где бы ты и кем бы ты ни был. Да не говори, я уже сам тут с кровавым сижу. Наушники поменял. А у тебя, Артур, кстати, сколько их там подписалось? А это они за тобой пришли, 100%.
Так, мне... Вам не кажется, какие-то подозрительные звуки здесь? Зато я успеваю посмотреть направо, налево. Штук 30. Прикольно. Видишь, ты... они просто соскучились. Это ты давно не стримил. И они такие, опа-на, это пуп. Это я, короче, к Шрауду зашел, смотрел его настройки. Я вообще не представляю, как его стрим можно смотреть. Там уже вот этот эффект. Типа какие-то инопланетяне там высаживаются. И пишут, типа, а где это я? И это постоянно повторяется. Я не знаю, бедные зрители. Как-то без Коли здесь бегать на электростанции, я не знаю. Наверное, нужно перестать сюда заходить. Так, что я ищу-то? Что-то ищу. Значит, патроны он на Томиган забрал. Так как обычно, всегда мне что-то крутят. Обычно старые зрители возвращаются со словами: «О боже, не прошло года, или неужели?» А куда Коля-то пропал? Я не знаю, мы его звали-звали. У них миссия была, там они в армии воевали, а сейчас, может, просто отдыхает. Жесткий диск вроде уже пришел. Или играют они раньше, я же сейчас позже начал включать. Вечером у меня нет возможности пока. А они, скорее всего, вечером играют. Поэтому у нас такой рассинхрон пошел. Сейчас захожу, здесь Коля ждет. На втором этаже у меня тут любимое ведь место. Ну я-то знаю уже все эти фишки. Меня так просто не возьмешь. Оп. Вот так. Допустим, проверить. Он, конечно, с другой стороны может сидеть, но вроде тут никого нет. Кстати, как насчет девяток? Мы возьмем сегодня первое. У меня, да, 3 SSD надо. Не, 2, 2. Да я как на армии попробовал SSD, я уже не знаю, как без него можно играть. Особенно винда как грузится. Это не третий? Нет. Третий он такой рыжеватый. Ну не рыжеватый. Военный самый классный. Ну что-то не хотят ложить. Ладно, прицеплю сюда. 4x. 4x это хорошо. Теперь можно запутаться. 2x точно надо выкинуть. Каких-то бустеров набрал.
залутал все на свете. SSD, да, в первую очередь купи. Ну, у меня аж на одном система стоит, а на другом игра. Но она явно прирост дает. Наверное, где-то в районе даже 10 FPS. Ну, не знаю, как в PUBG, но в других играх, да. Без SSD намного хуже. СР. Что у нас там с местом? Совсем плохо. Я все в надежде найти какой-то СР. Тягаю с собой целую кучу. Гранат, кстати, нету. Откуда они? Во, так они сейчас будут бежать уже. Надо валить отсюда. Они-то с пикада бегут. Как раз мне в спину сейчас будут. Все, уходим. Уже мне что-то кажется, что где-то не рядом. Я сегодня тоже всякие глушители понаходил. Уже не лезет. Ладно. Патронов хоть хватает. Тут, кстати, тоже где-то бывают вещи, может. Раз мы вооружим, она там лежала, кстати. Или как обычно найдешь кучу обвесов, оружия нету. Ну или как обычно, вначале ты где-то появишься, но тебя убивают. В эльпозу то залететь еще надо. Кстати, у меня ни компенсатора, ничего нету. Да-да, два монитора. Два компа, два монитора. Чат вообще на другом компе выведен. Да дайте компенсатор. Я вам все прощу. Валить надо.
успею или нет? Да мне, наверное, надо просто выезжать. Опа, машина. Да, так зажимать надо учиться. Не на этом сенсе. Так, под нами где-то, да? Два человека там где-то. О, тут черта, чей-то скар. На что они мы поменяли? И где-то человек сейчас. Здравствуйте.
Вау, гроза. А на грозу интересно, там какие навесы. Че мне не лезет, а? Мне тут 18 уже не надо. Чуваку обидно, наверное, с грозой. Двери мне вынес. Ну такую, конечно. Скар сама красота, да. Вроде у всех такое подарили. Ты смотри, хотел гранату закинуть. Ну боец вообще. Опа. Так, а что мы имеем? Снизу будут идти, да? По-любому. Сверху уже сидят, ждут. Ну куда можно нам спрятаться? Вроде как чисто у нас. Ага, вон. Ох, ну он же меня кроет. А как мне можно проскочить? Надо какой-то транспорт.
Так, вроде пока живем. Гранат больше нету, плохо. Шлем надо поменять. А жилет? Жилет я ему сбил тоже. Мне бы какую-то увеличенную бомбу еще. Жилет у меня не выдержит. Нас то четверо осталось. Вроде как в царя горы играем, да? Жаль, я его не снял тогда. Ах, ну у меня не было шанса. Я бы, конечно, не вытянул его стука. Стука хп, он бы меня снял бы и так. Но надо было постараться. Выстрелить ему не лечиться. Это еще большая аптечка.
Это, короче, тот, которого я не добиток был внизу. Сам виноват. Ну ладно, ребят, спасибо всем, кто был. Давайте.